отель Nubian Village. Находится в Шарм-эль-Шейхе, первая береговая линия, район Навка. Большое лобби, рецепция. Просторный, чистый, аккуратненький. Есть бар. Просторная зона отдыха. Невысокие потолки. Из воды можно выйти сразу на бассейн. Куда мы сейчас идем? Ванная комната. Отель Nubian Village. Ванная с двумя раковинами. Ванная для вымышленности есть. Тапочки. Можно халаты по запросу попросить. Ванна. Мисочка. Номер Junior стандарт. Большая кровать, спальная king size, и разделена такой вот перегородкой. Халаты под запрос. Нет. Большая терраса. Номер с видом на бассейн. Есть аквапарк, сейчас мы к нему подойдем поближе. Чайный набор. Есть холодильник, все работает. Один раз при заезде туристы получают водичку. И дальше они могут уже пользоваться только на баре. Из лобби мы попали на бассейн. В отеле два бассейна. Это первый, где нет анимации. Тихо, спокойно, можно отдохнуть. Работает бар. Отель пользуется популярностью. Очень много людей сейчас отдыхает. И есть аквапарк. Вот мы идем. Детский бассейн. Обычный бассейн, стандартный. Аквапарк, 4 горки. Для взрослых есть скоростная горка. Есть вот такой вот для деток. В отеле два ресторана а-ля карт, рыбный и итальянский. За время пребывания можно посетить один раз бесплатно итальянский ресторан, ну а рыбный там уже за дополнительную плату. Там морепродукты. Все остальные жирности морские. Это зона маленькой торговли. Сувенир территория отеля. А вы дыхать еще не будет. С такими арками. Необычными растениями. Вот, я бы сказала, даже из Латинской Америки, а не из Африки привезенные. Территория большая. Это бунгало. Отель пользуется большой популярностью. Большой, просторная, ухоженная территория. Работают две команды аниматоров. Одна итальянская, а вторая интернациональная. Русская тоже есть. Есть ночной клуб. То есть, в принципе, этот отель подходит для всех. Для молодежи, для семей с детьми, для пожилых пар, потому что он не каскадный, он идет ровненький. Вот.
Это все большая-большая территория отеля Nubian Village. Бунгало. Оригинальная душевая кабинка. Все есть, банные принадлежности. Туристы могут жить как в стандартных номерах, так и в номерах бунгало. Ой, очень уютно, он такой небольшой. Работает кондиционер. Маленький, аккуратненький. И по стоимости он стоит столько же, сколько и стандартный номер. Это бунгало. Отдельно разделены на зоны с отдельным входом. Вот они такие вот маленькие, получается, как бы на две комнаты. Здорово можно расселить семьи, две семьи, например. Одна живет с этой стороны, другая вход с противоположной стороны. Очень оригинальное решение. Променад, зона бунгало. Их больше 10 на территории отеля. Считается как бы зеленая зона. Можно жить в главном корпусе, в номерах стандарт, а можно выбрать проживание в таких бунгало или вилле. Зеленая ухоженная территория. Есть дайвинг-центр. И можно научиться нырять. Везде указатели, где что находится, куда можно попасть, таблички. Ну а здесь уже вот еще один бассейн для деток, зимой подогревается. Ресторан. Основной ресторан возле рецепции. Это второй ресторан, тоже основной. И есть еще два дополнительных ресторана Alia Park. Детская площадка. Вдалеке. И дальше уже идет трехуровневый пляж. Так, это вот на пляж. Выдают полотенце из зона. И вот, собственно, несмотря на то, что большое количество туристов отдыхает, места хватит всем. Что хотела добавить по пляжу. Есть бар на пляже, можно сделать, заказать массаж, волейбольная площадка. И есть три понтона. Все понтоны деревянные. А также есть расчищенные зоны без кораллов, где можно зайти в воду, поплавать. Их называют лагунами. И очень удобно для детей. Также можно еще заниматься водными видами спорта. Вот я вижу кайт. На кайте плаваю. Класс. Вечером здесь проходят вечеринки пляжные. Там такой симпатичный. Это все пляж отеля Nubian Village. Район Напка. Каждый день здесь ветра. Но при этом зимой тоже очень комфортно отдыхать. Можно плавать. Вот есть вычищенные участки. Вот хочу вам показать, как ребята отдыхающие заходят спокойно вот в лагуну. Такую можно побарахтаться, с детками поплавать. И дальше уже одеть маску с трубкой и плыть, собственно, к коралловому рифу. Один из немногих отелей, который имеет живой коралловый риф. Но хочу обратить ваше внимание, что первую половину дня все время красный флаг. Уже после обеда ветер стихает, и можно плавать, любоваться